Так, компания Запки не хотела изначально снимать видос этот, вообще не планировали по этой машине. У нас Sportage, 14 год, 120 тысяч пробег. Приехал к нам после капиталки, но не наши. Двигатель Г4НА, приехал с другого сервиса, делал в Казани, проехал. С момента ремонта прошло, ну там, не знаю, 2 недели. По пробегу где-то около там 2000 что-то он наездил, и опять застучало. Сейчас расскажу вообще, что они сделали и к чему этот видос. Сейчас глянем. В общем, это все, что осталось от этого двигателя пока что, то, что требует нашего внимания. Человек был в Казани, у него застучал мотор, заехал в сервис, там, не знаю, к родственникам, уж не вникал. И они что сделали? Так как это Г4НА, решили, что стук, раз, это гидрокомпенсаторы, их махнули, два, меняли цепи, три, заменили зачем-то, не могу вам сказать зачем, шатунные вкладыши. Смотрите, вот они поменены, действительно новые. И что интересно, я не знаю, по какой цветовой гамме они их подбирали, но вот они синие, цвет синий, в смысле, был, вот видите. Что случилось? Мотор мало того, что начал стучать, понятно, что вот здесь всем цилиндром амба, вот. Так, что интересно, все коренные вкладыши, вон, смотрите, просто тут можно играть как на балалайке. Не знаю, почему они коренные не трогали, я уж тоже не могу сказать, человек тоже ничего не может сказать, просто стоит и все, вот что мы от него услышали. Вот масляный насос уже откручен, самое ужасное, видите, он пошли за дирой внешне, слили оттуда такую пудру лютую. Короче, подзагубили они моторчик ему. Человек там терпел, думал, не знал, что делать. И вот, наконец-то, мы дошли до того, что он будет первым, кому мы поставим наш Г4НА. Уже был видосик у нас, мы с вами смотрели его, вскрывали без масляных форсунок. И будем его устанавливать. Там, в принципе, ничего сложного. Запустим, да послушаем уж. Думаю, что новый не будет стучать. А вот он наш с вами красавец Г4НА наш. Но это уже, кстати, не тот двигатель, который мы с вами на видосе вскрывали, другой. Господи, тут запениваются. Да. Сейчас, о, господи. Вот он наш красавец. Вот его-то мы и внедрим человеку, дабы он уже не нервничал. Сейчас приступим к комплектовке. Что нам на весну это будет ставиться, конечно, его, ну тут понятно, шкив коленвала, помпа, это все переставим, ролики там по состоянию. Ну, кстати, и ролики он тоже менял, и ремень менял, все поменял, стук не ушел. Не знаю уж, в наше время YouTube и прочего этого можно было посмотреть, узнать, что на них стучит, и не заниматься фигней. Бенни внедривало сделал. Ну, смотрите, прошло, не знаю, чуть больше, может, 2,5-3 часов. Двигатель мы внедрили, все собрали. Он работает чистенько, проблем нет. Сейчас погреем и будем отдавать владельцу. Вот я вам его и показывал. С коробочки все четко, никаких на весуху вы переставляете. Столбик остается ваш. Так что звоните, не очень дорого он и стоит. Всем удачи, пока.